Această emisiune este susținută de Metro, partenerul de încredere al localurilor tale îndrăgite. Для меня было важно понять, кто будет есть эту еду, кому она будет интересна. Естественно, это больше было для иностранцев сделано, потому что им эта еда более понятна, более знакомая. Но я был очень удивлен, что наши жители и наши гости из Кишинева, из Молдовы, они очень сильно полюбили. И прям чуть ли не с первого раза им зашло. Мы когда открылись, буквально неделю поработали, у нас на улице стояли люди и ждали, когда освободятся столики. Я за простоту, но за изящную простоту, то есть с какой-то легкой изюминкой. Гастробар пришел ко мне. Так вышло, что у нас случился вот этот разговор, встреча, мне очень понравилась, мы договорились, у нас идеи даже блюда в меню совпадали по вкусу, по видению, то есть если я говорил, что было бы неплохо сделать какие-то средиземноморские закуски, то я не успел договорить, и Оксана говорит, вот хумус, там, что дзадзики. Я говорю, да-да-да, я как раз именно это и хотел. Наряду с тем, что у нас кухня открытого огня, у нас барбекю, это не мешает. И мы взяли, совместили вот такие два интересных направления. Мы хотели что-то делать, общаться с людьми, какие-то свои заготовки реализовывать здесь, делиться опытом, то есть такой хаб. Потому что гастробар – это не стены, это люди, в принципе. Мы не просто сотрудничаем, мы единомышленники, мы одинаково мыслим. Когда мы задаем какую-то задачу ему, он это подхватывает на лету. Мы не успеваем иногда договорить даже предложение до конца, как он уже подхватывает и выбрасывает свои мысли на поверхность. Тем самым, вот как-то тут вот такая вот ткань получается очень красивая у нас. Life Kitchen – это мой образ жизни. Здесь всегда прямой эфир. Тут невозможно переписать, сделать паузу. Все время в прямом эфире. Поэтому Life Kitchen. Кроме того, что у нас кухня открыта, мы вышли с кухней на улицу, мы вышли с кухней в центр города. Мы гастробар возили в разные локации. В этом смысле мы сделали шаг вперед. Мы прямо перед рестораном устраивали гастрономические вечера, субботними вечерами, допустим. Вытаскивали туда оборудование, ставили огромную сковороду, готовили мидии на большие компании. Я переготовил все, что мне захотелось, я в проекте «Гастробар» смог реализовать. Мне здесь было очень удобно, потому что я вижу зал. И я сразу понимаю, стол четвертый, что вижу заказ, вижу, что они заказали. Значит, сначала дадим им это. Даже если официант мне ничего не сказал. Понятное дело, что сначала дадим ему закуску, а потом дадим основное блюдо, а потом дадим десерт в конце. А бывали такие моменты, когда я где-то, что просто выходит заказ, и ребята выкидывают все, либо все сразу, либо могут отдать десерт, потому что вот он лежит здесь, нагнулся и отдал. Для меня было важно понять, кто будет есть эту еду, кому она будет интересна. Естественно, это больше было для иностранцев сделано, потому что им эта еда более понятна, более знакомая. Но я был очень удивлен, что наши жители и наши гости из Кишинева, из Молдовы, они очень сильно полюбили, и прям чуть ли не с первого раза им зашло. Мы когда открылись, буквально неделю поработали, у нас на улице стояли люди и ждали, когда освободятся столики, чтобы зайти в меню 5-6 позиций было всего лишь. Я открыл кухню буквально вот с таким очень коротким меню.
Потом мы уже начали наращивать, что-то прорабатывать. Я всегда шутил, говорю, проработаем на гостях. Сделаем проработки на людях, они нам скажут фидбэк, и мы поймем, в правильном мы пути идем или не в правильном. 21-й. Гастробар, я знаю точно из общения с людьми, с друзьями, что это был очень вымученный, долгий путь становления. Допустим, эта локация, где мы сейчас находимся, в ресторанных кругах никак не воспринималась как рабочий. То есть вот на этом углу ничего не было никогда. По моему мнению, как я присматривался, где-то года два прошло, когда появилась стабильная публика, которая стала фан-базой, скажем такой, да. Ребята вышли на какую-то определенную нишу, которая является, скажем так, понятная, нормальная домашняя еда, которую долго ждать не надо, где нету как бы натужных закосов под Мишелен, псевдокрутости и так далее. То есть это не про пафос, это про покушать и встретиться. То есть вот это заведение, скажем так, для людей от людей. Мне всегда нравилась концепция такого casual food. Еда доступная и понятная всем, без слюней, ну, на тарелке и пен там и всего такого. Я за простоту, но за изящную простоту, то есть с какой-то легкой изюминкой. Мы даже нут, из которого делается хумус, мы его подкоптили немножко на грилях, а потом делали хумус. Оливковое масло коптили на этих грилях, делали из него майонез. Разные вариации. И он дает большой спектр возможностей для шефа. Родился я на Украине, в Черновицкой области, на берегу Днестра. Есть такой город Хатин, очень древний. Там есть крепость большая. Недолго, в первом классе я уже пошел в школу здесь, в Кишиневе. То есть мы жили в Черновцах, в Хатине, даже немножко в Казахстане, родители по работе, я вместе с ними. И в 84-м году, по-моему, да, мы приехали в Кишинев, и я пошел здесь первый класс. В те годы Кишинев был очень-очень привлекательный для жизни. Вкусное вино, хорошая погода, почему бы не переехать сюда? Как и всем детям, рожденным в то время и живущим здесь в Кишиневе, всем нравилось, конечно, кафе «Прикиндел». Когда-то было такое кафе в центре города. А еще было кафе в самолете в долине Роз в парке. Такую кулинарную еду я не помню, потому что она меня не очень привлекала. А вот именно кондитерское, там что-то сладкое, это я запомнил. Мороженое, пирожное, заварные трубочки с кремом. Они прожили какую-то свою эпоху, оставили след в истории города и ушли. На их месте выросло что-то другое, что-то новое. Это круговорот, так происходит всегда. В школе мне не нравилось учиться. Я старался, ну, насколько мог. На второй год не оставался, двоечником не был. Среднестатистический советский школьник. Я экономический факультет закончил по образованию менеджер по организации бизнеса. Тогда только-только родился вот этот факультет. Это вообще разные направления, как я тогда думал, но оказалось, что нет. Что все-таки организаторские какие-то и управленческие моменты, они очень оказались важны в моей работе. И также и логистические, это то все, что я изучал в ВУЗе. Когда я закончил учиться, получил дипломы, мне нужно было пойти где-то работать. Я работал в компании, которая занималась изготовлением изделий из муки, заготовителем. То есть я ездил по Молдове, собирал зерно, возил его на мельницу. То есть это моя задача была. И таким образом я знакомился с людьми, которые были ремесленных профессий. И общаясь с этими людьми, мне нравилось вообще то, чем они занимаются, что они делают. Это пока просто это такая прелюдия, пока я попал на кухню. Были предложения уехать за границу работать. У меня друг жил и работал в Болгарии на курорте в отеле большом, и там нужны были повара. Но единственное, что нужно иметь документы. Твои дипломы там экономические не прокатят. Надо иметь документы профильные. Я пошел учиться на повара в таком возрасте, в котором, ну, мне уже было около 25 лет. То есть я пошел 24, вот так вот. Я пошел учиться на повара, отучился, получил 4-й разряд. Тогда это важно было. И никуда не уехал. Остался здесь, познакомился со своей женой. Мы вместе работали. Буквально там через полгода я уже стал там су-шефом.
После того, как я учился на повара, мне нужно было пройти практику. Я практику проходил в ресторанах здесь, в Кишиневе. Мне повезло, что я попал в компанию, где был шеф-иностранец. Он перевернул понимание вообще, что такое кухня и что такое работать по европейским стандартам и что такое работать по советским стандартам. Советские стандарты, они неплохие, в принципе, они очень за безопасность питания. Но в плане креативности, вкуса, они, конечно, отстают очень сильно от европейских, американских. В Италии, да, на început, era foarte, foarte bun la tigaie. Eu tot înțelegere imediat cum să fac pastele și tot chestia cum se fac în tigaie. După a devenit și mult mai bun și mult mai specializat și la carne, la grătar, etc. O ziua interesantă în 2007, am căutat pe bucătari și Vitali a intrat în Biocafe, în timpul ăsta era manager acolo, și mi-a spus, bună ziua, bună ziua. Am zis, ce specialitate aveți? Am zis, eu sunt brutar. Eu am zis, ok, vrei să devin șef bucătar? Da, asta e visul. Ok, începem. Și așa a început viața noastră. Константинос был моим, ну, иностранным первым шефом. И мы с ним подружились. Мне очень нравилась его философия. Она просто отличалась от всего остального. Сейчас я уже понимаю, что очень важно получить правильные азы, то есть первоначальная вот эта ступень. Потому что дальше уже профессионализм, он приобретается с практикой, стажировки, мастер-классы. Это дает общение с поварами, с шеф-поварами. Это дает рост и дает развитие. Не школа. Школа дает понимание, что такое кухня, какая должна быть техника безопасности на кухне, безопасность питания, личная безопасность. Но когда ты попадаешь в условия профессиональной кухни, то тебе важны профессиональные технические знания. Готовить и понимать вкус – это очень хорошо, это очень большой бонус. Но работать в команде, работать по тех заданиям и понимать процессы – это важный аспект работы современного ресторана. Каждый день есть какие-то тяжелые моменты. Иначе ты не развиваешься просто. Не может так быть, что все время гладко, и все, тем более на кухне все время получается. Надо иметь очень толстую кожу, во-первых, чтобы работать на кухне, потому что это место, где очень много стресса. Человеческий фактор, нагрузки. Нету низа на кухне, когда снизу до верху. Я начинал с самых простых процессов, работая на кухне. И прекрасно понимаю все стадии прохождения. Невозможно угодить всем. Ресторан открыт для всех, но всем угодить невозможно. И за этим не нужно гнаться. Беда тех, кто гонится за тем, чтобы угодить всем и каждому. Надо держать свой стиль. И если людям нравится этот, они будут приходить. Они будут искать твой этот вкус, он запоминается, и будут на него приходить. Повара же гуляют по рынку. И найти своего, это же не всегда надо гоняться за каким-то титулованным и звездным. Это нужно просто человек, если он соавтор успеха, а он не может быть не соавтором успеха, на процентов 70 успеха это вот эта синергия между владельцем бизнеса и партнером в виде шеф-повара, только он дает такой результат. В том числе и на других проектах, там, траки, веранда и так далее, да, то есть оно только так работает, потому что он получается уже не просто шеф-повар, он технолог в различных направлениях. То, что кажется некоторым людям неважным, незначительным, для нас имеет огромное значение, именно нюансы. Мы постоянно над этим работаем, мы все время пробуем, мы все время экспериментируем. Вообще фастфуд, стритфуд – это тренд вообще последних там 3 лет. Она вышла вообще на очень высокий уровень. Сейчас блюда уличной еды практически во всех мишленовских ресторанах есть.
Но у всех есть стереотип, что это супер неполезно, перекус на ходу, быстро приготовленное. Наш стритфуд, он полностью весь из фреш-продуктов. То есть никаких фабричных заготовок мы не используем, только заготовки, которые мы делаем собственно ручно. Мы продвигаем стритфуд, мы не называем это фастфуд, потому что для нас он вообще не фаст. Для меня, как для технолога, как для шефа, я понимаю, какие процессы я делаю для того, чтобы вам показалось, что это фастфуд. На этот рецепт меня вдохновил наш богатый на овощи сезон. И поскольку есть очень хорошие томаты разноцветные, есть свежий базилик, наш местный, непривозной, который очень ароматный, то я решил сделать интересный салат, смешав разноцветные томаты плюс песто на молодом базилике. И сверху все это украшено буратой. Я думаю, что это супер летнее, вкусное блюдо получается. На самом деле этой рыбе больше ничего не нужно, и просто приготовьте ее на углях, слегка приправьте тимьяном и солью, и это будет прекрасное блюдо. Как небольшое дополнение, как гарнир, опять же, стараюсь все, чтобы было сезонное, я взял наши цветные кабачки, как мы их называем, цукини. Их тоже приготовил на гриле вместе с форелью. Все, что нужно было, это просто добавить лимон и собрать друзей и отлично провести время. Я работаю в гастробаре с самого открытия, уже больше 7 лет. Поступило предложение возглавить пекарню и кондитерский цех. Я решила попробовать. И удачно пробую до сих пор. Никакое посещение ресторана не проходит без основного блюда и десерта. То есть они все равно вместе. Может быть, не одновременно на столе, но у гостя – да. Десерт оставляет за собой такое легкое завершение и послевкусие всего ужина. То есть это должна быть вишенка на торте. Ее заслуга в том, что она обладает изящным вкусом. Для кондитера это очень важно. Она работает как художник. На отработках она вырабатывает результат тончайшими инструментами. Она работает. Это далеко не каждому дано. Это, я думаю, какое-то свыше. Мне приятно видеть, наверное, людям многим, понимать, что они едят, из чего сделано то, что вот они видят у себя на тарелке. Не гадать, что вот это вот зеленое пюре, это оказывается мясо, допустим, или вот это белое, это что, клубника, ну, как-то так. То есть я люблю вкусно и просто, и красиво. Мы не стоим на месте, меню постоянно меняется в зависимости от сезона. У нас различно много мероприятий, постоянно тоже какое-то количество десертов новых. У нас есть десерты, которые с самого открытия, мы их не меняем, только, может быть, дизайн чуть-чуть по-другому. Но это то на что приходит гость, который помнит, вот тогда вот я хочу то, что было тогда. Это лимонный тарт и крэк-пай. Потихоньку мы стали обрастать хитами, которые мы не можем просто убрать. Ну, не можем. Приходят наши постоянные гости и просят. Мы их не оставляем в покое. Мы стараемся, когда мы узнаем про какие-то тренинги, про какие-то фестивали где-то, будь то в Румынии, в Украине, в России, они ездят туда по нашему четкому настоянию, приезжают оттуда воодушевленные, вдохновленные. Я говорю сейчас о них, об обоих, то есть о Виталике и об Ирине вместе, потому что они муж и жена.
И это такой тандем. Мы прошли уже все цунами. И сейчас мы уже очень хорошо понимаем друг друга. И было очень много и битья посуды, и швыряния сковородок. Мы видимся на работе мимолетом, потому что у нас разные сферы рабочие. И дома, насколько позволяет это время вне работы. Стараемся свободное время проводить вместе. Я родилась в Кишиневе. Это мой родной город. Это одна из причин, почему я сюда вернулась после длительной жизни в Израиле. Просто в какой-то момент решила поменять что-то в своей жизни и уехала туда. И опять же, перемены в жизни заставили вернуться сюда и ни о чем не пожалела. Я с детства любила печь, и, наверное, первый опыт, как у всех, это первый блин комом. То есть взять простейший бисквит и... То есть в рецепте было написано, возьмите там 10 яиц, столько-то муки, столько-то сахара, и у вас все получится. В общем, я взяла, у меня ничего не получилось, получился какой-то такой ботинок, и все. То есть ничего воздушного, вкусного, естественно, не вышло. Ну, не нужно останавливаться на своих ошибках, ошибки учат. И главное — верить в себя и продолжать пробовать и учиться, развивать какие-то свои навыки, которые тебе кажется, что у тебя что-то получается. С Ириной я знаком еще с 90-х годов, когда она была маленькой, юношеского возраста. Они на роликах катались в парке, там, молодежи. То есть у меня был совсем маленький ребенок, они уже взрослые были. И вот я ее помню еще с 90-х годов. Это люди города, скажем, да, то есть это же не гастарбайтерская история, да, то есть это люди, которые сделали себя сами. То есть. Я училась на антрополога, но, опять же, детские мечты и потом переросшие в подростковые мечты о своем каком-то маленьком кафе на 2-3 столика, как, наверное, у многих такое есть. Чашечка кофе, пирожок, хлебушек свежий, что-то такое. Вот эти мечты привели меня к смене профессии, наверное. Я поняла, что антрополог — это не мое. Ну и у меня просто в семье очень хорошо, и бабушки все готовили. Это был хороший пример и есть для подрастающего поколения. Когда созрела мысль, идея, что нужно открывать свое, и пошла учиться на повара-кондитера. То есть я вообще универсал, по сути. Поработала, попала на практику в ресторан, и хотя никогда в жизни не думала, что я буду работать в ресторане. То есть я вообще хотела свое кафе, а оказалось, что я работаю в ресторане, мне это интересно. Я не люблю сложные десерты, я люблю простоту. И, наверное, итальянская, средиземноморская простота и вот их подача, они влияют на мое восприятие и вдохновение, наверное, все-таки с той кухни. У нас есть полезные десерты. И ввели не совсем давно один из них. И я могу сказать, что он выравнивается по продажам даже... наши основные какие-то старички и десерты. Но мы не должны забывать о нашем госте, который будет это есть. И сначала, наверное, надо продолжать менять менталитет, прививать вкус и навыки правильного питания. Мы прошли уже все цунами. И сейчас мы уже очень хорошо понимаем друг друга, и было очень много и битья посуды, и швыряния сковородок, и всего чего. Мы видимся на работе мимолетом, потому что у нас разные сферы рабочие, и дома, насколько позволяет это время вне работы, стараемся свободное время проводить вместе. Ну, я не могу сказать, что все так гладко и легко жить и работать с женой. Но мы уже
все углы сточили. И когда мы вместе работали, сейчас Ирина занимается, у нее своя там концепция, она занимается пекарней, кондитеркой. То есть я практически вообще не имею там влияния. Она шеф, она там занимается всем этим. А было время, когда мы работали вместе. Было время, когда меня сделали там су-шефом. То есть я должен был ей командовать. Ну, мы все это очень весело и интересно проходили. Видишь, вот берешь вот так пальцем. Он такой плотный. Да, вот смотри, вот так пальцем чуть-чуть. И ногтем снимаешь под попку. Ой, какой красивый. Ну что, как? У них такой... Откусишь? Такой запах. Трение, естественно. Но за такой длительный период это все у нас ушло куда-то. Нет, да, бывают какие-то споры по поводу каких-то рабочих моментов, но это все настолько уже не активно и не зло, что это просто как обсуждение, можно сказать. Никаких обид, нет такого, нет. Сейчас комфортно, спокойно. Нам есть что вспомнить. Вот мы ни о чем не жалеем. А дети другого не знают. Они радуются, что у них папа и мама работают поварами. Но это совсем не означает, что мы дома прям супер там что-то готовим. Нам очень нравится выезжать, путешествовать за город. Там мы можем что-то приготовить на открытом огне, в сковороде. Покормить всех. Мы стараемся проводить время за городом. Вообще мы очень любим путешествовать, и все свободное время, которое у нас есть вне работы, мы проводим вне дома, вне квартиры, вне города. То есть это свежий воздух, это дача, это поездки, море. Сами по себе мы находим всегда какие-то места, которые нам интересны. Мы не засиживаемся на одном месте. Это, опять же, стереотип, что человек, который работает с хлебом, со сладким, в кондитерском деле, он должен быть тучным, пухлым, с лишним весом. Нет. Мы вообще очень спортивная семья. Я бегаю, помимо того, что мы еще катаемся вместе на велосипедах. Тяжелая работа, как бы я вижу, как они устают и все отдает. А Виталик вообще... Все работе. Я говорю, больше семье надо внимание уделять. Все работе, работе, работе. Они соревновались с Виталиком наравне. Он мясные гарниры всякие, все. А она вот эти, будем говорить, десерты. И ей очень нравилось, когда нравилось людям, что что-то необычно. Я знаю, что она устает. Но она постоянно совершенствуется, ходит на всякие дополнительные курсы, мастер-классы. То удовольствие, когда ты видишь, что есть большой спрос на твою, будем говорить, на... даже не на продукцию, а на твое творчество, дает ей дополнительные силы. Ей все время интересно. Персик на гриле дает карамельный вкус, какая-то такая деликатная сладость. Вот это вот теплое, теплый персик, теплая карамель с холодным мороженым, плюс еще у нас оливковое масло холодного отжима, розовый перец и крупная морская соль. Бомбическое сочетание. Для лета, по-моему, самое идеальное блюдо, охлаждающее, согревающее, кому как. Зависит от того, кто что хочет почувствовать, когда он ест это блюдо. На этот рецепт меня вдохновило побережье Средиземного моря. Теплый песок – это наш персик. Иногда прохлада, утреннее море – это наше мороженое. Теплые нотки перца, они же освежают, они как какое-то, не знаю, дыхание бриза морского. Вот оно все вместе и сделало это блюдо таким. Мы видим гостей, мы общаемся, мы не скрываемся, мы открыты, любой человек может позвать кого-то из нас, можем подойти пообщаться. Очень много наших друзей. Зачем нам скрываться? У нас город маленький, это раз. Во-вторых, мы не стыдимся своей работы, наоборот. И у нас открытая кухня. Я получаю это удовольствие, когда
я получаю фидбэк. Вот, наверное, это самая большая награда и удовлетворение от работы проделанной. То есть ты понимаешь, что ты все это не зря делаешь. И, наверное, ты понимаешь, что да, ты на своем месте. Часто сами спрашиваем. И, наверное, это правильно, не надо бояться. Потому что отзыв плохой, наоборот, заставляет улучшиться. Хороший, ну, хороший отзыв – это еще круче. Хороший заставляет не останавливаться. Любовь к кухне идет от людей. То есть люди просят это делать, им это нравится. Мы идем им навстречу. Это со временем начинает нравиться тебе все сильнее и сильнее. Потому что ты постоянно получаешь положительный фидбэк. Тебе нравится смотреть в глаза этим людям. Тебе нравится слушать слова благодарности. Потому что это происходит постоянно. Да, и это тебе дает энергию шагать дальше. Emisiune susținută de Metro.